Откуда ты треплёхи заметки? Спроси у него там что. Я не могу. У меня не консул тут. Надеюсь, не слетит, блядь. Треплёху зовут Данил? Думал, он Лёха. Первое впечатление обманчиво. Не, в базе данных он-то есть. Я могу его открыть даже. Там просто ника нету. Про спирита. Его походу забанили. Блять, только зачем? У него же одного перса, он же говорил, что банили. Может быть, голду покупал? Ой, за голду так не банят. Поесть. Ой, хз, за что так могут забанить? Негодяй. Негодяй, гад. Иди нехороший сюда. Человек. Резавец, за авторотацию, блять, его забанили. Иди сюда, ты. Авторотацию, нифига себе. Ну ты у него залазил в рекаунт, смотрел, насколько она у него чёт. Нет. Криптер, это... молодой. А это вы про кого говорите? За про спирит. Ай-яй-яй. Спирит рога, который? Да. Ну видишь, он раз пропал резко. Я даже не знал, блять. Охуеть. Я вот думаю, блять, траить, не траить, что-то хуй знает. Ну давай. Давай хотя бы разок два попробуем. Так, вот тебе сапрот. Лок, и пойдем чилить. Че, сапрот жрем, да? Да, да. Ну, фласки по идее. У меня еще 8 есть. Ну там, на будущее пусть. 3 шалфирки дайте. Мне надо отвлекать, покупать их, ну, перед РТ. Перед Герой. Ну и не говори, постоянно покупаешь. Ну, сапроты-то еще дешевые. Ой, я один день брал 140, на второй день захожу 250. Ну. Я тебе больше скажу, я брал по 50 голды один момент. Будет припоты записывать? Блять. Наверное, так для интереса. Не будем убивать, будем ГП хуярить. Так, что у нас там? За припоты? Ну. Так, короче. Будет накрафтить. Не люблю. Еще на сапоту кидайте.
ты в луне кругляшок стоит. Ты молчи, ты кому-то одному из рогов напиши в личку, а то тебе сейчас будут кидать несколько. Все остальные сопротом? Так, хилые метки он поставил. На связи ты же танчил, правильно, Ломатель? ХМ нет. Да без разницы, был оф танка. Ну да, рядом просто стоящий все. Но да. Главное не таунти. Да, это самое с пула, там, когда бежишь, ни ЛПшки, ничего не тыкай. Это, ну а потом, когда уже там укус словят, уже челики, уже потом, ну секунд через 15 можешь начинать тыкать, чтобы Т4 у тебя был баф. Чтобы ты этот на взлетке давал. Значит, ты будешь давать на первой взлетке свой сейв. Хорошо. Так. Распределить фиры еще. Так, ну давай, да выкинь сюда. Вот антифиры у 3-й, 4-й, 5-й пати есть. Тотемы трепета. Но рейнджа у них тоже не бесконечная. Так что имейте в виду. Три приста на себя антифир перед пулом кидаете. Ну, первая взлетка только на связи закрывается этой Т4. Там смотрите сейчас еще дикона со злобным. Вот так вот. Я тут что делаю, кстати? Лёха, я на второе ма буду сдавать. Ладно, я на первое сдам. Хурикасик. Ну, у меня не сбивайка. Аньки тоже пьют сопрот? Да, можно сопрот. ХП тут особо не надо. Так, значит, ну я раскинул вас по пати. Если что, спокойствие давайте, сдадите на первой взлетке, будете сдавать всегда. 4 друида, вот спокойствие. На себя дубовое спокойствие. А гимн на ХП уже добавишь на этой, на второй взлетке. Не люблю. На себя зубы и гимн, ты в луне стоишь. Он на метке на вас поставил. Ну и на второй взлетке я даю с Шектором массейв. А на первой взлетке еще пускай... Кто-то с трех ретриков. На втором у нас два ретрика, на втором. Лингрен Эма даст. Да, у меня междевайка, ну и плюс сакра. Да. Короче, мастера отдадите на вихрь. С укусом вы знаете, что делать. Не ебланьте. Так, топа готов. Топа. Куча стоим, да? Ты готов, готов, я курицу просто жду. Да, да, давай, давайте в кучу, а то у нас не хватит ДПС. А этот самый, кто он, блядь? На взлетке вот эти метки, это для хилов. Ладно, не подойдите к ним. Чё, давать отсчёт, нет? Да давай, пофигу. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, повис, блядь. Развис? Пока нет. Во, отвис. Как мастер. Нет, кит. По две лужи. Две лево, две право выносить. Тень. Бенстиль. Вадикон по не люблю, Инер. Ностальгия тоже по не люблю.
Злобный по зубраджину. Зря это тем, конечно, ну ладно. А надо с ТикТока кусать. Я это комментировать не буду. Я имею в виду люди, я вижу сейчас знакомый кус, у меня подписано. И Вуду, и слева показывают. Ставьте о донусе. Сейчас фир и водяйку на укусы. Фальжи. Сейчас фир будет, смотрите. Диспольте с него фир. На связи, давай, не зыбку. На фул хп захиливаемся. Щит маны прожимаем всю хуйню. Главное, хилов не покусайте, когда будете 8-8. Он стиллера я укусит. Сейчас. Осталось вторую взлетку пережить и укусы правильно передать. Укушу биг дема. Тени готовимся, скоро будет. Трилтон. По мане полная залупа. Зубраджин тотем слил. Бидон, ставь тотем, раз ты в пати с ДД. Пэса давай на ману. Сухие хилы, пиздец. Просто я не знаю, как вы будете. Я рарник укушу, братцы, не кусайте рарник. Может, хурюка лучше? Сейчас тени, секунда, эфир. Вот же. Орджи. Дубовку. Сейчас приготовьтесь, сейчас не люблю гимн, два сейва. Все супер сейвы. Если почувствуете, что в безопасности, ПС шелфир тоже на это... На ХП дадите. Дал не зыбку. Конечно, берите. Каплю дайте там по кому-то. Так, вихрь прожил. В 10 секунд, сейчас внимание на укусы. 8 укуш... человек должны ДД укусить. 8 человек. Рарника укушу. Кульдринка. Я же говорил, блядь, рарника укушу. Ты всем слышал, блядь. Окей. Не орите. Тени. Захильте рейд. Все, давай кину укусим. Все, давайте герл. Кстати, незыбка вообще подошла. Тени 5 секунд. Самое главное сейчас тени вынести. Бидон. Отойди, там кто там стоит в нем, сука, Шектор, не сдохни. Так, что там, 20 секунд до берсы. Репоты выпить, кто не пил. Танки не укушенные. Берсерк, 2 секунды. 10 секунд еще. Вы должны успеть. Баблы готовьте, ну. Прощайте, не. Не сдыхайте. Баблы прожимайте, паладины. А чё, берса? Угу, берса. Да, хоть не хватило. На тоненьком вообще. Ну, никто не сдох хотя бы из укусов. Да, нормально. Но ДПС не хватает. Но это фласки РДДшные. Ну вот, линкуйте фласки теперь, кто пил, кто нет. В смысле эти, не сапроты, а... Джипоты. Ну вот. Там лям Ватикон... нахуй, дебили. Почему, например, Ватикон РТДшник, который был укушен первый, второй по ДПСу и 20 там... А я хилю на этом, на взлетках. ШПшки-то они хилят. Ты дамаг должен на взлетке не хилить. Ну прям... я понимаю, ну вот у меня на первой взлетке у меня идет спокойствие по команде РЛ. Да ладно.
не дотягивает немножко до ПС. Ну, худилку кинул. Конечно, у Вадикона, ну, не, это, там такой ДПС, как бы, нестабильный. У Бигдема, конечно, больше будет. Или у ШП, если ШП будет первый ловить. Тима, все или еще пробуем? Там можно, ну, я еще. Думаю, еще парочку, то можно. Это, напуливайте еще в укусы, наверное, Роги. Это просто апни ДПС рейда побольше. Да, кстати. Они огромные. Маленькие, они... аккуратно. Мы так в прошлый раз со спиритом делали. В прошлый раз я слышал тут, как кто-то ругался. Нет, вы первые... Что напулить ШП не могли. Первый в танк, а потом... Тебя же первым укусило сразу, да? Нет, укусило Вадикона. Наверное, его сейчас опять укусит. Ну, тогда сейчас сильнее бурстану, да и все. Это дело просто через воду напуливаю. Блять. И лока нету. Ну да. Вот лок бы был, демон убили бы. У нас вообще по бафам рейд хромой, хромает очень сильно. У нас нету... Да хуя чего нет. Нет демона, нету 4% при наличниках. Пять минут, может, перекур сделаем? Не-не, а какой не перекур надо. У нас до концерта 30 минут осталось? Значит, я пару траев и все. Вот я прибежал. Вот где остальные все? Бегут. Что-то долго бежите. Там Валька. Я по кругу... Просто ты быстро бежишь. По кругу оббегал ее. Бафните инту. Все готовы. Дай отчет. А это еще маги могут на укушенных МК перевести. Ну, если там сова будет какая-нибудь. Главный. Сместитесь. Истерею закиньте прям. На связи, Лол, ты на себя ее дал, что ли? Не, я Вара давал, который меня всегда просил.
Не, просто я смотрю на тебе, баф истерии висит. Походу по себе дал. Кого кусит милишника? РДД какой-нибудь. Топ РДД, РДД раскусывайте. Песа, наверное. Песа, ну а потом уж пойдем. У вас вон 30 тысяч еще и этот. Еще и отхил. Хороший. А потом уже второй раз сражника. Блять, этого. Биг дема. Он же погиб. Ну что, биг дема? Икона. Осторожно, лужи. На взлетке с этими лужами осторожно. Подальше от них отбегайтесь. Вадикон по не люблю. Ностальгия по бидону. Злобный по зубраджину Инор. Тотем там с призана диспальте сейчас фир. Ну сука, ну захилили. Или захилили. Да я бабл прожал. Ну я далеко, я укушу сил конта. Ностальгия топу ресы. И сразу захилить его. Сразу захиливайте. Захильте, захильте топу. Ну что за хуйня? Вот же ресы из Шектора. Хорюк, хорюк укушу. Вставай, защитовый иннер ему давай. Зубраджин ставь тотем, не люблю РДД, гимноману. РДД, представляете, РДД? Не люблю гимноману. Делакина укушу. Биг дема укушу. Дамажьте, дамажьте. Вот там фулл баф обновили, там каски, лапа, пристабав, всю эту хуйню. По топе дал истерию. Сейчас фир скоро будет, готовимся. Антифир и тотемы обновляем, если чё. Никогда 20 секунд. Зипку дал. Хурюк, ну не сдохни, ну захильте. Все, дал. Сейвы, захиливаемся. Хилим друг друга. Опу кусаем. Долгим. Сейчас еще не зыбку на связи. Я рарника все так же, ничего не надо. Добавляйте ему сейв, сейчас когда сбегаться будет, будет дамаг большой по рейду. Я ее кусаю. Да, сейчас сейв надо. Полидринка кусаю. Седжу укушу. Седжу укусил, поздно сказал. Кого-нибудь блин, другого укусил. Кто-то укусил. Сейв. Блядь. Сейв там есть. Анонсил уже. Хурюк. Бежал. Ой, не сдохни там в луже. Хурюка захильте. Я вампиром стал. Ну ГЦ сбегись, нахуй. Сбегись. Сбегись. Пизду злобный нахуй. Не бежит. Почему я залагал вообще? Все понятно. Нам было к нему сбегать тогда. Вот, Триалтон, вот ты мне расскажи. Вот ты вампиром стал. Почему? Ты понимаешь сам? Я начал уже просто через рейд фрейму тут слева каждого тыкать и пытаться укусить. А ты и поставь даже себе, вот смотри. Я сказал, Сэджу укусу и тут же вот сам. Ой, блядь, вот так, послушай. Прям вот он был укус, это сказал, я его уже укусил. Это сказал, все я... охуенно, это все заебись. Но вот ты мне объясни, почему кто-то должен видеть и, ну, видеть, на ком есть укус, а на ком нет. А ты не видишь. Почему ты не видишь? Поставь себе вуду, там показывается, кто укушен, на нем значок такой. Короче, на сегодня хватит. Завтра продолжим. Я ебал эту хуйню. Короче, смотри еще вот сейчас стандартный рейд фрейм, который сирусовский. Там да, есть, короче, вижу, галочка. Там есть галочка. Только рассеиваемые отрицательные эффекты, ее не ставь. Все, у тебя будет всегда видно, кто укушен, кто не укушен. Кто там замена есть? Плюсуем на ИП. Да, замена, он же 108 потечку висит.
Мэтт Фокс был, по-моему, кто-то еще там был. Я тогда ливнул, Шалфир кинешь. Ну, опять на 30 на минут раньше, да, расходимся? Угу. Стабильно. Хуйня в гере, да? Ну, мы в гере, наверное. Так, что там получается? Ну да, мы в гере всегда на час раньше расправимся. Ну, здесь на полчасика. Что, на полчасика? Уже прогресс. Че, 8 на 300, это че? 3 x 8, 2, 2 400. Че, смотри, 8 по 300 и один же косарь. Косарь. Ну, типа мы 300, еще можем, 300, мы еще можем 3 трая сделать, например, и убить ее сейчас, а мы уже там ЕП кому-то начисляем, блядь, и расходимся. Да я ебал, завтра потраем. Да, ну а смысл завтра, если мы сейчас ее можем убить? 2%, блядь, просто правильно выберет. Распусайте, и все будет. Она умрет. Я не знаю, как вы, я заебался. Ну, стали. Ну, люди... вот смотри, вот ты не заебался, например, в обычке сидеть, да, до часу ночи, например, по своему времени. А в гере ты, ну, условно говоря, пол двенадцатого уже расходишься. То есть в обычке вы сидите до часу, нахуй, мы там 4 часа сидите в рейде, блядь, а в гере мы опять на полчаса еще ходим. То есть то, что нужно, блядь. То, что нужнее, мы расходимся, а то, что нахуй не нужно, мы сидим, траем. Блядь, ну вот завтра с новыми силами придем и будем трать. Посмотрим. Не будет завтра просто.